Силовики, транспортники и чиновники встретятся у заблокированного перехода через железную дорогу в микрорайоне Первомайский, чтобы решить, как сделать дорогу для первоуральцев безопасной. На встречу приглашают и тех, чей путь домой перекрыли блоками. Пешеходную дорогу в микрорайон Первомайский перекрыли железнодорожники на прошлой неделе по требованию транспортной прокуратуры. На пути горожан рабочие установили бетонные блоки и снесли мост через глубокую канаву. Как теперь первоуральцам безопасно попадать домой и где необходимо организовать переход, все заинтересованные стороны обсудят в пятницу 22 ноября в 17:30. Встреча состоится возле перекрытой дороги.